Едем мы тут по Львову, и новые указатели появились, ну уже не очень новые, уже третья неделя указателем. Кто там думает, что это фотошоп или еще что-то? Да не, вот я в джипе, машинки ездят, все по-настоящему. Ну, очень правильно, в принципе, направление указано, показано. Да, мы едем дальше. Мы во Львове, в таком жестком логове. Ну, нормально, крыша есть, над головой не холодно. Женщины, дети, старики поехали в Польшу. Вчера отправили поздно. Ну, доехали до места, там аж за Катовицы. Скорая, полиция. Яворевский полигон обстреляли в районе 6 утра. Серьезное там разрушение. Вчера мы только проезжали, мимо отвозив наших на Краковец. В общем, пытаются разрушить максимально инфраструктуру. Ни одного города, кроме Херсона, и то никто там им не рад, не взяли. Твари конченые. Так, друзья, это наше логово. Логово у нас серьезное. Бультерьер просто вот он тупо стоит. Уже, наверное, минут 30 без движения. Вот в такой позе. Да, да. Чего не удалось. Сейчас я тебя научу. Смотри, у тебя просто не было практики. Раскладушка, кстати, современная, довольно хорошая. Вот эту надо просто подвинуть. Ну тогда у нас там так хорошо зарядка достала, ну ладно. А у нас там удлинитель, у нас даже зарядка без проблем достанет. Так что в этом плане можешь не переживать. Значит, логово у нас серьезное. Сейчас мы делаем перестановку в этом логове. Это кровать. Туда, наверное, да, головой будем спать? Да. Подальше, потому что холодильник немножко работает. Ну, холодильник Днепр, патриотичный. Днепр 2 даже, это так, круче. Подожди, теперь сюда стол. Да, сюда стол. А, тут раскладушка мешает его вынести. Сейчас. Хотя не, мы это тумбочку сейчас уберем. Бутылки не выбрасывали, оставили под топливо, так как с канистрами напряженка. Ну, вчера, слава богу, заправились. Все до полного. Газ, бензин. Повезло нам. Возле Яворевского полигона мы там и самого Яворева заправлялись недалеко. А сегодня там уже первые... Ой, первые обстрелы. Вещей вот это, ну тут что-то часть не наша, но большая часть наша. Вещей, еще и часть в машине. Большое очень количество. Так, тумбочку, да, отодвигаем. Сейчас канистры вынесем, бутылки. А вон еще что-то на батарее тут лежит. В общем, такое логово Бандеры. Настоящее. Не знаю, общежитие какого года, удобство в коридоре, потом покажу. Там все по-жесткому. Там просто выходишь и понимаешь, что ты попал в Советский Союз, да. В холодильнике у нас уже даже какая-то еда есть. Мы вчера привезли с собой. Сразу, правда, не включили. Вон штатив мы будем показывать с него вам. Будем включать онлайн и ежедневное. Сейчас чуть-чуть стабилизируем обстановку. Что так, все. Это надо повыбрасывать тут много. Молоток, главное, есть, смотри. Нет, на окне, да. Молоток. БУ, ну, хороший. Настоящий советский. Посуды очень много тут нам осталось. Вон, кстати, кружечка хорошая, ножи. Мы тут все покупали в модной квартире. Пришлось все покупать, а в немодной... Короче, мне уже так, я могу. Так, все, тащим сейчас. Давай, стой, помогу. Что там, иконы какие-то? Вообще, стол, короче, никто не двигает, иконы лет 100. Точно мы будем его двигать.
Не, ну надо перенести, потому что ну, мы там две раскладушки поставим вдоль. И будет... Краски. Сможем... О, тут это эти... Это... А вот здесь был желтый. Нашли детям игрушку. Пару, что до мене приїхав і все. Питання регулярне. У Антона, смотри, у Антона есть фотография, у нас бультерьер был Патрик большой, он такой как две ами был. И у него есть фотография в журнале в автоцентре, Антон верхом сидит на нем, 2003 год, наверное. Четвертый. Нет, третий или четвертый, ну, давно, короче. Надо журнал посмотреть. Говорю, этот дом, наверное, в 41-м, наверное, так и выглядел, и вывеска эта же такая же была. Когда немцы шли, до следующей войны достоял. Тут лес, можно в партизаны уходить. Пошли, разведали. Дети нагулялись с бультерьерами. Первый раз его видя. Едем мы тут по Львову. И новые указатели появились. Ну, уже не очень новые, уже третья неделя. Указателем. Кто там думает, что это фотошоп или еще что-то? Да не, вот я в джипе, машинки ездят, все по-настоящему. Ну, очень правильно, в принципе, направление указано, показано. Да, мы едем дальше. А что это за здание? Это зал. Не. Это зал тренажерный. Зал тренажерный? Да. Тренажерный зал тут. Фотографирую сейчас, секунду. Покажу потом тебе. Тебе понравится. Хорошая. У нас... Вон штанги стоят. Да, да. Мы... А что, работает зал? Нет. Мы тут с Павлом на связи. Павло, привет. Может... Скажешь что-то зрителям хоть? Павло, не заспокойся. То глядачі питають, де ти подівся. Павло есть, Павло на связи. Военная тайна, каже. Вход, подземный переход во Львові. Ами, успокойся. Антона ей надо догнать. Чисто все. Картинки. Такой подземный переход. Охрана. Это окраина, не центр.